Раппорт узора 16 петель. Для примера надо набрать 37 воздушных петель. Держим петельку и набираем 3 воздушные петли подъема. Отступаем назад 5 петель. И провязываем элемент. Столбик с накидом. 1 воздушная. И сюда же столбик с накидом. В эту же петлю. Это и есть начало первого ряда. Пропускаем 3 петли внизу. 1, 2, 3. Заходим в четвертую и провязываем элемент. Столбик с накидом. 2 воздушные. И сюда же в эту же точку столбик с накидом. Провязали второй элемент. Пропускаем 3 петли внизу. Заходим в четвертую. 1, 2, 3. И вывязываем пышный столбик из 3 столбиков с накидом с одной вершиной. 1 столбик с накидом провязали, оставили на крючке. 2, 3. На крючке у нас 4 петли. Провязали 3 петли одной петлей, потом 2 петли вместе. У нас получился пышный столбик. 2 воздушные. И сюда же в эту петлю еще пышный столбик из 3 столбиков с накидом. 1, 2, 3. На крючке у нас 4 петли. Провязали 3 петли одной и оставшиеся 2 петли одной петлей. У нас получился вот такой элемент. Пропускаем 3 петли внизу, заходим в четвертую и вывязываем элемент. Столбик с накидом, 2 воздушные и сюда же еще 1 столбик с накидом. Провязали. Пропускаем 3 петли внизу. 1, 2, 3. Заходим в четвертую и провязываем столбик с накидом. 2 воздушные и в эту же петлю столбик с накидом. Провязали. Пропускаем 3 петли внизу. 1, 2, 3. Заходим в четвертую. И провязываем столбик с накидом, 1 воздушная и сюда же еще 1 столбик с накидом. Пропускаем 3 петли внизу, 1, 2, 3 и вывязываем элемент. 2 пышных столбика из 3 столбиков с накидом с одной вершиной. На крючке 4 петли, сначала 3 петли вместе, потом 2. 2 воздушные и сюда же еще 1 пышный столбик из 3 столбиков с накидом. 2, 3. Провязали. 3 петли вместе и теперь еще 2 петли вместе. Пропускаем 3 петли внизу, заходим в четвертую и провязываем элемент. Столбик с накидом, 2 воздушные и сюда же еще столбик с накидом. Провязали. В конце ряда
мы заходим в последнюю петлю и провязываем столбик с накидом. Мы связали первый ряд. Начало второго ряда, 2 воздушные петли, поворачиваем работу, заходим в арочку в элемент предыдущего ряда и вывязываем столбик с накидом, 1 воздушная, и сюда же столбик с накидом. Провязали. У нас есть элемент с 3 столбиками одной вершины, 2 пышных столбика. Мы заходим между этими лепестками и вывязываем элемент, 2 столбика с накидом и 2 воздушные петли между ними. И так мы вяжем до конца ряда. Заходим в середину элемента предыдущего ряда и провязываем столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом. Заходим в следующий элемент, столбик с накидом, 2 воздушные, и сюда же столбик с накидом. Заходим в следующий элемент, столбик с накидом, 2 воздушные, и сюда же столбик с накидом. Заходим в следующий элемент, столбик с накидом, 2 воздушные, и сюда же столбик с накидом. В следующий элемент, столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом. В следующий элемент, столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом. В конце ряда первую петлю подъема мы провязываем столбик с накидом. Второй ряд связан. Начало третьего ряда, 3 воздушные петли подъема, переворачиваем работу, заходим в первый элемент, провязываем столбик с накидом, 1 воздушная, столбик, 2 воздушные, столбик с накидом. Заходим в следующий элемент, столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом. Заходим в следующий элемент и вывязываем пышный столбик из 3 столбиков с накидом с одной вершины. На крючке у нас 4 петли, 3 петли вместе и еще 2 петли вместе. У нас получился пышный столбик, 2 воздушные. И сюда же еще один пышный столбик из 3 столбиков с накидом с одной вершины. На крючке у нас 4 петли, провязали 3 петли вместе, теперь 2 петли вместе. Заходим в следующий элемент и провязываем столбик с накидом, 2 воздушные, и сюда же столбик с накидом. Заходим в следующий элемент, столбик с накидом, 2 воздушные, и сюда же столбик с накидом. Заходим в следующий элемент, столбик с накидом, 2 воздушные, и сюда же столбик с накидом. Заходим в следующий элемент и провязываем элемент из пышных столбиков. На крючке у нас 4 петли, провязали сначала 3 петли вместе одной петлей, потом еще 2. 2 воздушные, и сюда же еще один пышный столбик. 1, 2, 3. На крючке 4 петли, провязали 3 петли одной петлей, потом 2. Заходим в следующий элемент и провязываем столбик с накидом, 2 воздушные, и сюда же столбик с накидом. В конце ряда, в первую петлю подъема, мы провязываем столбик с накидом. Я связала третий ряд. Начало четвертого ряда, 3 воздушные петли, поворачиваем работу, заходим в первый элемент, столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом. Провязали. Заходим
в элемент следующий и провязываем столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом, заходим в следующий элемент, столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом, заходим в следующий элемент, столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом, заходим в следующий элемент, столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом, следующий элемент, столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом, следующий элемент, столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом, следующий элемент, столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом. В конце ряда в первую петлю подъема мы провязываем 1 столбик с накидом. Провязали.